Здравствуйте, арт-студия в эфире, дорогие друзья, Виктория Дронова с вами. 1 октября исполнилось 5 лет Ульяновскому молодежному театру имени Бориса Владимировича Александрова. И сегодня у нас в гостях директор и художественный руководитель Ульяновского молодежного театра Алексей Вячеславович Храбсков. Здравствуйте, Алексей Вячеславович! ГТРК «Волга», арт-студия поздравляет вас с юбилеем, и вас, и всю труппу молодежного театра. Многих вам лет. Как прошел праздник? Рассказывайте. Спасибо большое, Виктория, за приглашение. Очень тоже приятно быть в вашей студии, не в первый раз. И очень хочется поделиться нашими новостями, нашими впечатлениями. Да, действительно, прошел очень теплый, радостный вечер. Первый пятилетний юбилей Ульяновского молодежного театра. Честно говоря, дата, ну, все понимают, что очень небольшая. Ну, пять лет театры вот живут столетиями. И хотелось даже, может быть, думаем по-скромному как-то. Но когда оглянулись назад, когда я стал записывать все, что было сделано, а я расскажу позже, что было сделано, об этом мы обязательно поговорим. И на самом деле, сколько нам лет, вдруг, ну, называется рефлексия, начинаешь смотреть под другим углом и понимаешь, что у нас год-то за два шел, понимаете? То есть получается, что мы не можем не похвастаться своими успехами, не поделиться, не пригласить руководителей отрасли, правительства, потому что каждый день и каждую минуту буквально это такая профессия и такая деятельность. Мы должны доказывать, что мы нужны, важны, что мы интересны, иначе к нам просто никто не придет, ни зрители. Это каждый день. И в этом есть своя романтика и прелесть. И мы решили, что и пятилетие мы отметим громко и радостно. Получилось? Получилось. Можно сказать, получилось. Сомнений было много. Я сомневался, может быть, слишком академично. Мы тут в свои 5 лет преподносим свои успехи. Но в результате все познакомились. Те люди, которые любят нас, зрители, они вспомнили с удовольствием все наши спектакли. А те, кто впервые у нас, с удовольствием открыли новый театр для себя. И очень мы получаем много обратной связи, отзывов. До сих пор к нам, вот хотя нам, ну, больше, чем 5 лет, я расскажу позже, до сих пор приходят зрители, которые не знают, что существует такой театр. Вот, хотя очень много театральной публики. В общем, у нас все впереди еще. Замечательно. Вы уже начали об этом разговор, и у меня такой же вопрос. 5 лет. Вот вроде бы это немного, а с другой стороны, это первая круглая дата. И, как вы уже сказали, опережая мой вопрос, что год за два шел, 5 лет – это 5 лет упорного, кропотливого труда. Вот что для вас этот юбилей, как для художественного руководителя, как для директора? В первую очередь, возможность переосмыслить наши стратегические цели, задачи, нашу миссию, то, ради чего мы это делаем. Ну и сговориться, как говорится, поставить планы, наметить планы на будущее. На самом деле, театру не 5, а 7 лет. Сначала он существовал на энтузиазме. Я был тогда индивидуальный предприниматель. Ребята, выпускники Ульяновского государственного университета, за какие-то буквально символические деньги мы, так сказать, со сборов их как-то делили. И поначалу это были бывшие дипломные спектакли, которые мы играли в креативном пространстве «Квартал». Затем, где-то после года с небольшим, возникла идея, во-первых, нужно было развиваться. И у нас было две дороги. Или идти просто в некоммерческую организацию, но театр не может существовать без государственной поддержки. Конечно. Это не шоу искусства, это не большой спорт. То есть это, ну, просто невозможно, скажу еще раз. И, конечно же, дорога у нас была одна.
правительство Ульяновской области. Мы обратились тогда к правительству, и идея была поддержана. Поддержана правительством, Министерством молодежного развития Ульяновской области, председателем Союза театральных деятелей регионального отделения Натальей Александровной Никаноровой. Было принято решение в 2017 году, что театр поселится в кинотеатре художественный и будет вести там деятельность, и будет открыт как государственный театр. Ну, то, что получилось, в том смысле, что кинотеатр художественный должен сейчас быть восстановлен. Сейчас ищутся средства, и об этом, конечно, можно долго разговаривать, но... То есть на реставрационные момент, работы они планируют очень, там провести? Естественно, проведена создана проектно-сметная документация на ремонтно-реставрационные работы, на приведение здания к современным нормам эксплуатации и так далее. Но это все не одним днем, это кропотливо, долго, и все это впереди. Но в 2018 году, так или иначе, 1 октября 2018 года молодежный театр был уже государственным. И это низкий поклон правительству Ульяновской области. Это действительно соответствует целям и задачам, потому что, ну, когда мы даже спросили себя, а каким мы театром будем, и даже ребята молодые сказали, молодежным. В Ульяновске нет молодежного театра. Есть театр юного зрителя, небольшой театр, есть театр кукол, есть драматический, маститый, а вот для молодежи нет. И мы тогда решили, что это будет молодежно. И действительно, какое-то время мы существовали под руководством Министерства молодежного развития. И год назад, 4 июля 2022 года, мы наконец-то вернулись как туда, куда мы и должны были вернуться, в Министерство искусства и культурной политики. Мы сразу получили очень серьезную финансовую поддержку и областную, и федеральную. У нас уже закуплено световое и звуковое новое оборудование, выездное. У нас закуплены новые стулья, у нас покупается микроавтобус, у нас будет поставлен спектакль для детей и молодежи. Но это отдельно. То есть это... Ну, действительно, новая жизнь началась в новой, так сказать, не в новой, в новой старой отрасли культуры, чему мы очень рады и благодарны. Мы с вами встречались тогда, когда вам было присвоено имя Бориса Владимировича Александрова. Присвоено оно было в начале 23-го года, 19 января, на 80-летие Ульяновской области. А что изменилось с этого момента? Чувствуете покровительство великого артиста? Вы знаете, покровительство Бориса Владимировича я ощущаю всегда не потому, что только вот я один из его учеников, очень его люблю и продолжаю его дело. Он всегда со мной, и это не просто красивые слова. И до сих пор очень сложно говорить... Ну, мне тяжело было его потерять, как всем нам. Но надо сказать, тут есть маленькая связь. В 2015 году я явился автором-составителем книги о Борисе Владимировиче. Борис Александров, куда вошли все статьи, рецензии, его интервью, заметки. То есть собрал всю периодику, все, что он когда-либо говорил, и получилась очень внушительная книга, которая создает портрет великого артиста. И эта книга была, естественно, продаваема в драматическом театре, где-то еще в книжных магазинах, и потихонечку некая сумма, которая была собрана со сбора, она была первым вкладом в Ульяновский молодежный театр. Когда мы еще не были государственными, мы первое время, первые полгода жили на эти деньги. Покупали первый реквизит, декорации, арендовали помещение. То есть Борис Владимирович вот в такой форме тоже поучаствовал. Вот такая небольшая помощь, да, от великого артиста. Он тоже поучаствовал. А вот после того, когда мы получили имя, что изменилось? Мы стали следить за собой. Теперь, как сказала министр искусства
и культурной политики в Ленинской области Евгения Сидорова совершенно верно. Теперь мы не имеем права уронить его планку. То есть Борис Владимирович не просто вот некое... Ну, он покровитель, безусловно, творческий, его забота, но и его вот уровень профессионального мастерства – это как тот маяк, на который мы должны ориентироваться. И я это сделал неформально. Мной разработана концепция деятельности Ульяновского молодежного театра. Она была презентована, мы ее успешно реализуем, у нас несколько направлений реализации, но в основу, фундамент этой концепции, в итоге она была подкорректирована, и вошли вот творческие принципы Бориса Владимировича Александрова. 23-й год идет. Как он для вас? Еще не закончился, но тем не менее, кое-какие итоги можно подвести. Что было в 23-м году для молодежного театра самое значимое? Что можно отметить? Можно отметить два крупных социально-культурных проекта, которые мы уже реализовали в первом полугодии, и две премьеры. Ну, они еще, так сказать, ищут своего зрителя. Это «Записки сумасшедшего Гоголя», вот такой наш эксперимент моноспектакля. И замечательные, очень любим мы комедии, и очень любим Гальдони. И поставлен спектакль по пьесе Карла Гальдони «Слуга двух господ». Поставлен оригинально, совершенно иначе, нежели мы все знаем Труффальдино из Бергамо или еще что-то. Обращался режиссер к традиции комедии дель арте, к подлинной традиции итальянского театра. И в этом стиле, совершенно в стихии игры и импровизации поставлен этот красивый, замечательный спектакль. Я обещал свою Кларинче сеньору Федерико из семьи Распони, клиенту крупному в Турине. Федерико Пол, пронзенный шпагой. Скажу, что за 7 лет, ну, скажем, 5, все вместе у нас было поставлено нами или творческими объединениями, которые к нам присоединялись, более 30 спектаклей. То есть за это время это уже огромный репертуар большого драматического театра. И мы с гордостью, как говорится, этим хвастаемся. Но кроме спектакля теперь на нас ведь лежит социальная миссия. И я с удовольствием ее, как говорится, беру ее на себя, потому что театр не может быть как просто развлекательное учреждение. Но об этом мы чуть позже поговорим. Да, хотела у вас спросить. Вот Константин Сергеевич Станиславский говорил, что царь на сцене – это артист. Сколько в труппе артистов на сегодняшний день у вас уже? Ну, у нас труппа всегда очень подвижная. Сам по себе театр так исторически складывается, что он становится такой площадкой для открытия новых имен. Такой театр-стартап, знаете, когда даются первые шаги, и как только человек оперяется, он ищет, естественно, как рыба где глубже, человек где лучше. Многие артисты ищут, все-таки счастье, начинают где-то в других театрах, в других городах. По-разному происходит ротация и так далее. И, конечно, штатных единиц у нас 15, то есть штатных 15 артистов, но у нас всегда есть замечательные молодые студенты-практиканты, потому что я являюсь параллельно счастливым образом заведующим кафедрой актерского искусства, и наши ребята, которые учатся на актерском искусстве, а интерес к нему всегда велик, они всегда практикуются на сцене Ульяновского молодежного. И открываются новые лица, новые звездочки, что, в общем-то, мы увидели на юбилейном вечере. Практически весь курс народной артистки России,
Зои Михайловны Самсоновой участвовал вот в юбилейном вечере. Теперь они вводятся в новые спектакли, новые свежие лица, горящие глаза. Мне кажется, этим мы и отличаемся, может быть, от мастеров. То есть мастера, не мастерством, да, но ребята... Энтузиазмом. Да, ребята... Желанием своим. Вы знаете, и мне доказать. Тоже, я с каждым годом, годы-то прибавляются. Я смотрю на себя в зеркало и думаю, а я не старею. Потому что я с молодежью все время. Вы уже начали рассказывать про социальные проекты. Mm-hmm. Не только спектакли и премьеры в молодежном театре, но и реализация социально значимых проектов. Какие? Говорите. Идет год педагога и наставника. Ну, все об этом, естественно, говорят. Но без этого мы все педагоги и наставники. Для своих детей, сейчас для учеников. Но молодежный театр все-таки в своей концепции тоже опирается на такую линию именно наставничества неформально. Потому что сегодня такое время, что артист просто не может быть просто артистом. Вот сейчас. Сегодня такой запрос на обмен компетенциями, умениями, знаниями. Все это очень быстро. Информация, сами знаете, разлетается моментально, и многие хотят заниматься еще и иметь какие-то, как сейчас говорят, soft skills, мягкие навыки приобретать именно в нашей профессии. И именно для этого, в частности, нами был создан проект социально значимый «Молодежная театральная школа». Мы пока работаем выездным вариантом. Нами создан презентационный мастер-класс-концерт, как мы его называем, «Весь мир театр», где молодой человек может погрузиться в особенности актерской профессии. Он сможет попробовать себя в сценической речи, в фехтовании, в актерском мастерстве. И примерно за какое-то короткое время получить первое представление об этом. Об этой профессии, чтобы как бы, да, не быть иллюзорным, да, не быть в представлениях об этом. И это пользуется большой популярностью. Это вошло в наше государственное задание. Мы ездим, уже съездили 19 мастер-классов, показали в районах и областных центрах. То есть в муниципальных образованиях Ульяновска, Ульяновской области. Спрос очень большой. Далее мы заявляем себя в области молодежный театр как некий методический центр и куратор школьных театров, которые очень активно сейчас развиваются. Мы знаем, есть поручение президента о создании школьных театров. Я знаю, что и в Ульяновске во многих школах есть свои театры. Теперь это будет в каждой, вот в чем дело. То есть за это взялись органы власти и как бы готовы поддержать это финансово, материально, организационно. То есть спрос будет очень большой. Потребность в игре у человека всегда в этой актерской. И дети всегда с удовольствием этим занимаются, и мы готовы им всем помогать. И вот молодежная театральная школа – это одна часть нашего кураторства школьных театров в том числе, ну и, собственно, работы с молодыми людьми в этом направлении. А второй социально-культурный и значимый проект – это молодежный фестиваль-конкурс «Надежда». Он был возрожден, автор этого проекта Борис Владимирович Александров. Имени Бориса Владимировича есть фестиваль «Александровский сад». Его проводит театр-студент «Фан-Терибль» с большим успехом. И как бы это отдельный фестиваль. У нас фестиваль-конкурс для молодых артистов, где они свои силы могут попробовать. И в этот раз не только молодые актеры, но и школьные театры, и студенческие театры тоже к нам присоединились. Еще и поездки в ДНР, я знаю, были. Да, 1 июня мы ездили на День защиты детей в ЛНР, в Луганскую республику, поселок Лутугино. Мы шефствуем над этим городком. И нас там с радостью всегда встречают. Мы вместе с театром кукол привозили свои спектакли. Театр кукол свой, а мы привозили спектакль «Метель» по повести Пушкина. Нас очень-очень тепло встречали. Нам было очень интересно там побывать. И мы были проникнуты, как говорится, вот такой миссией.
поговорить о ваших планах. 23-й год еще не закончен. Что впереди? Впереди очень большая премьера спектакля для детей и юношества. Он поставлен по пьесе Натальи Назаровой по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Спектакль будет называться «Герда». Наталья Вадимовна Назарова известна как очень профессиональный, замечательный сценарист, кинорежиссер, театральный педагог, актриса, певица. Это, откройте Википедию, вы прочитаете. Многогранный человек. Мы знакомы очень давно по нашим профессиональным, так сказать, родственным связям, имеется в виду школы наши очень близки, театральные. И Наталья Вадимовна разрешила нам поставить этот спектакль. Когда-то он был дипломным. Это музыкальная сказка. Нам осталось пригласить к вам молодежный театр ульяновцев, поэтому вам слово. Уважаемые жители города Ульяновска и области, Ульяновскому молодежному театру уже 5 лет. Мы с радостью ждем вас на наших спектаклях, очень красочных, живых, настоящих, по адресу улица Железной дивизии, дом 6, бывший дом техники. Спасибо большое, Алексей Вячеславович, что побывали в нашей арт-студии. Творчество вам, зрителя хорошего, доброго. Приходите, мы всегда вам рады.